Белорусские депутаты изучают вопрос усиления ответственности в сфере санитарно-эпидемиологической безопасности населения. Об этом заявила председатель постоянной комиссии Палаты представителей по законодательству Светлана Любецкая. Государство принимает интенсивные меры для обеспечения благополучной санитарно-эпидемиологической обстановки, однако многое зависит от сознательности самих граждан. Ставка на профилактику – важный аспект информирования населения о правилах поведения, гигиенических нормах и требованиях, а также осознанное и ответственное поведение каждого белоруса. В поликлиниках Беларуси на время борьбы с коронавирусом введены дополнительные меры защиты. Так, работа терапевтической службы организована с приоритетом оказания медицинской помощи на дому. Помощники врача и медсестры измерят давление, сделают кардиограмму, при необходимости возьмут анализы. Кроме того, в поликлиниках организована ежедневная доставка лекарств пожилым и пациентам с хроническими заболеваниями. Ограничены плановые диспансеризации, вакцинации и скрининги. Прекращена работа отделений дневного пребывания, они зачастую перепрофилируются в инфекционные. Арт-перформансы переходят в онлайн. Сегодня Минская галерея ДК откроет выставку в прямом эфире Instagram. В 5 вечера каждый сможет увидеть, как создают современный арт, и это с помощью гаджета из любого удобного места. 13 свежих абстракций и инсталляций из овощных ящиков от художника Романа Каминского. Он же проведет краткую виртуальную экскурсию по экспозиции. В субботу выставка в галерее будет открыта для всех.